Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Для вас работает Елизавета Шушеначева. И прямо сейчас о главных событиях этого дня. Мы все в шоке. До сих пор мы не можем прийти в себя, потому что магазин, в него вложено очень много денег. Скрытые магазины, кафе и офисы. Двое воров из Преображенского не дают покоя предпринимателям уже несколько месяцев. По какой схеме действуют грабители? Подробности через несколько минут. Я просто думала, где-то она здесь. Пенсионерка ищет ребенка, которого оставила на Красноярском вокзале 57 лет назад. Что известно о потерянной дочери, расскажем далее в выпуске. Будет ли ветер, который разгонит дымку над городом? О погоде на длинных выходных в прямом включении от корреспондента ТВК. 620 рублей копать, а две сырных, одну без лука. Любителей шаурмы просим обратить внимание. Уже весной уличный фастфуд может подорожать. Насколько именно и из-за чего, узнавала Надежда Шепенева. Воровской дуэт не дает покоя предпринимателям из Преображенского. Уже несколько месяцев двое неизвестных вскрывают магазины, кафе, офисы и выносят оттуда, что могут. Действуют воры по одной и той же схеме. На дело выходят ночью, не используют автомобиль, обкрадывают только те помещения, где нет сигнализации. Ущерб от их действий уже идет на миллионы. Виталий Поляков расскажет подробнее. Кристина, это... Нас взломали. Вот такое недоброе послание получила хозяйка вейп-шопа Кристина утром 18 февраля. Ее магазин на Подзолково обнесли ночью. Забрали курительные принадлежности, телефон, ноутбук и мелочь для сдачи. Хоть микроволновку не унесли, то хорошо. Ущерб Кристина оценивает в 1 миллион рублей. Мы все в шоке, до сих пор мы не можем прийти в себя, потому что магазин, в него вложено очень много денег, очень большое количество нашего времени, потому что мы брали полностью пустое помещение, ремонт, вся канализация, все-все-все мы делали полностью сами. Воровской дуэт попал на камеры наблюдения. На кадрах двое мужчин в масках и перчатках. Один повыше, другой пониже, с рюкзаком. Преступники не оставили отпечатков. Взяли не все, Кристина предполагает, потому что украденный груз и так был тяжелым, а машины у них не было. Камера у нас, да, работала. Она записывает всегда 24/7, она работает, и она автоматически сохраняет видео. В этом случае она записала, как они подошли, что-то длинное вставили в дверь, и дверь начинает дергаться, и все. И больше ничего на камере нету. То есть либо есть такое предположение, что они заглушили, потому что камера работает через интернет. Теперь Кристина планирует оборудовать все свои торговые точки сигнализации от греха подальше. В перерывах между бизнес-делами она вжилась в роль сыщика, искала украденное на интернет-сервисах объявлений, достала записи камер наблюдения и проследила маршрут воровского дуэта. Все это время они шли пешком, и их след потерялся в районе Южного рынка. Записи предпринимательница передала в полицию, там возбудили уголовное дело. На все преступление, на его совершение им потребовалось чуть более 10 минут, что говорит о том, что преступление было тщательно спланировано, скорее всего, хорошо подготовленное. В настоящее время ведется поиск. Павильон Кристины расположен в микрорайоне Преображенский. После того, как своему горю она придала огласку, с ней связались другие предприниматели из этого микрорайона, которых обворовал, похоже, тот же дуэт. Воры обнесли тату-салон, кафетерий, еще один вейп-шоп, салон красоты, семейный центр с бассейном и, возможно, это далеко не полный список пострадавших. Почерк один и тот же. Преступники высматривают офисы и магазины без сигнализации, с легкостью вскрывают двери, выносят, что под руку попадется, и скрываются. На Подзолково 6 они обнесли сразу два помещения. Пострадавшие от их рук владелец семейного центра предполагает, что они профессионалы не только воровского дела. Это люди, которые делали эти дома. Ну, то есть сами рабочие, которые делали эти дома, они понимают, как открывать эти двери, как открывать окна. Вот. И перед тем, как вскрыть наше помещение, мы посмотрели по камерам, а они вскрыли вот помещение перед нами. Вот, да, и прям это видно. То есть они там побыли 2-3 минуты, там не было ничего, и они вот так вот обошли по углу и зашли к нам. То есть если бы у нас ничего не было, они пошли бы в следующее помещение. Обворованные предприниматели ждут активных действий от полиции. Пока кражи в Преображенском не раскрыты и преступники не найдены, а хотелось бы. Ведь если воровской дуэт останется на свободе, сколько еще бизнесменов могут пострадать? Виталий Поляков, Даниил Мамонтов. Новости ТВК. В
Дни немного теплее, но ночи по-прежнему морозные. Такой прогноз дают синоптики на длинные выходные. Когда в Красноярск все-таки придет настоящее тепло и чего ждать от погоды в ближайшие три праздничных дня, знает мой коллега Никита Тимонин. Он на связи со студией. Никита, как сейчас на улице? Лиза, привет. Календарная весна уже через неделю, но сейчас на улице я этого совсем не ощущаю. Минус 17 показывают столбики термометров. Ночью будет еще холоднее, минус 30, обещает гидрометцентр. Завтра днем будет, как и сегодня, минус 17. Такие температуры сохранятся все длинные выходные. Самый теплый день – воскресенье, будет минус 12. При этом в городе почти безветренно. Порывы будут достигать лишь 1 метра в секунду. К слову, режим черного неба в Красноярске сняли сегодня, но дымка над городом все еще немножко присутствует. Да и датчики общественников показывают загрязнение. Учитывая маловетренную погоду, в ближайшие три дня стоит ожидать, что дымка рассеется не полностью. Но вернемся к температурам. Конец февраля синоптики называют аномально холодным. Для примера, в прошлом году в эти дни в Красноярске был уже плюс. В этом году такой роскоши погода нам не предоставила. По предварительному прогнозу гидрометцентра, он составлен до 28 февраля, ощутимое потепление придет к нам только на середине следующей рабочей недели. В среду будет минус 7, поэтому весна к нам пока что не спешит. Лиза, на этом у меня все. Спасибо, это был Никита Тимонин с прогнозом погоды, а мы продолжаем выпуск. Пенсионерка ищет дочь, которую 57 лет назад бросили на Красноярском вокзале. Лариса Карпова рассказала свою историю в программе «Жди меня». В 1965 году она приехала из Кемеровской области в Красноярск на учебу. Здесь студентка встретила молодого человека, который пропал вскоре после знакомства. Когда девушка поняла, что беременна, то решила скрывать это от строгой мачехи и братьев. Ребенок родился 6 марта 1966 года. Малышку назвали Олей. Зарегистрировать дочку не удалось, ЗАГС был закрыт. В день визита мачехи в город братья уговаривали Ларису ничего не рассказывать и избавиться от ребенка. В итоге родные дяди увезли маленькую Олю на вокзал. Кручение, хоп, и увезли девочку на вокзал. На вокзал он ее, значит, куда-то там положил. А потом, значит, одумался. Что-то там покатался, помотался, опять вернулся. А ее уже там нет. Вот так. Когда ее забирали, думаю, единственное, чтобы я что-то знал, написала, что ее зовут Оля. И платочек такой желтенький, ярко-ярко-желтенький. С помощью макета вокзала 60-х годов съемочной группе удалось реконструировать события. Дочь Ларисы оставили на лестнице в подвал. Ребенка нашла ветеран Красноярской железной дороги Валентина Белозерова. Сейчас ей 96 лет, но тот день она помнит до сих пор. Подошла к этому свертку, пощупала рукой, темновато было там, пощупала лицо и сосочка. Маленькая головка, маленькое лицо. Валентина отдала младенца на пост дежурным полицейским. С того момента о судьбе Оли ничего не известно. Школьника сбила машина на автобусной остановке. Ребенок в больнице. Все произошло сегодня утром. 10-летний мальчик вышел из автобуса на остановке «Домик» в Октябрьском районе. Он не дошел до пешеходного перехода и стал перебегать дорогу перед автобусом. Школьник не посмотрел по сторонам и не увидел приближающийся автомобиль, сообщают в ГИБДД. Водитель «Сузуки» ехал по соседней полосе и сбил неожиданно появившегося мальчика. Школьник получил травмы. В телеграм-каналах сообщают, ребенок не мог встать. Очевидец отнес его на руках в соседнее здание. Оттуда пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Еще одно происшествие с детьми в Красноярске. Накануне вечером во дворе на Молоково загорелся автомобиль. В салоне находились два мальчика. Как сообщают в полиции, мать оставила детей в Ниве и не заглушила мотор. Женщине нужно было ненадолго зайти к знакомым. Двухлетний малыш спал, а старший ребенок за ним присматривал. Когда женщина вышла на улицу, она увидела, что автомобиль горит. Детей из Нивы вызволили прохожие. Они вызвали на место скорую и МЧС. Старший ребенок не пострадал, младший получил ожоги второй степени. Его госпитализировали. Причина возгорания неизвестна. Все детали ЧП предстоит выяснить правоохранителям. Материалы передали в Следственный комитет.
Часть клиентов банков «Точка» и «Райффайзен» пострадали из-за отзыва лицензии у «Киви-банка». Об этом сообщает «Интерфакс». Так, клиенты «Райффайзен-банка» не могут оплатить мобильную связь и услуги в онлайн-сервисе. В пресс-службе сообщили, что проблему уже решают и часть неполадок устранили. Однако пока некоторые операции выполняются нестабильно. Отзыв лицензии «Киви-банка» затронул и банк «Точка». Многие не смогли снять наличные, сделать перевод и обменять валюту. Это коснулось только тех клиентов, кто проводил расчеты через «Киви». В пресс-службе «Точки» отметили, что разрабатывают меры поддержки для своих клиентов и уверили, что у их компании с лицензией проблем нет. Любителей шаурмы ждет повышение цен уже ближе к весне. Однако, как сообщают владельцы точек, не все готовы поднимать стоимость. Во-первых, это риск потерять клиентов. Во-вторых, цена и так с каждым месяцем все выше. Стоит ли ждать заоблачных ценников и на быстрый и популярный перекус? Подробнее расскажет Надежда Шепенева. Так, 620 рублей копать, две сырных, одну без лука, с собой. По времени будет в течение 10 минут готово. 620 как рублей за полноценный обед или ужин. Сейчас такая стоимость за две шаурмы сильно не кусается. А если вернуться на 5 лет назад, то за 600 рублей можно было бы купить целых 6. Сейчас реалии такие, что средний ценник на одну шаверму в районе 300 рублей. Игорь, управляющий одной из сети шаурмичных, рассказывает, что это еще не самая высокая по городу цена. И зависит она от сезона и поставщиков. Конечная стоимость уже для гостя формируется от условий, какие представляют поставщики, то есть стоимость базовых ингредиентов. Базовый ингредиент, да, конечно, в любой шаурме это мясо, но подорожание как раз по курице, оно реже встречается, но, как правило, такое больше ошеломительное, всегда резкое. Вот. Но сезонное подорожание овощей – это такая более весомая составляющая. То есть все, подорожали овощи, это больше 50% шаурмы. Соответственно, это сильнее бьет, от этого сильнее зависит рынок. Уличная еда – это практически синоним слова «бюджетно». Поэтому новости о повышении цен на популярный фастфуд радуют не всех жителей Красноярска. Однако есть и те, для кого высокая стоимость шаурмы – не проблема. В наших реалиях с нашей инфляцией я считаю, что в принципе нормальная цена. Все цены растут на продукты, соответственно, и шаурма дорожает. Да, раньше шаурма стоила там 180 рублей большая, сейчас, да, 300 рублей. Но вы посмотрите на цены в магазинах, они также выросли. Ну, можно было, наверное, и пониже. Дороговато. Дороговато, да. Студенческая жизнь. Студенческая сложно. Жизнь, да. Вот вырасти, ты что будете делать? В столовой буду питаться. Потому что так много денег нет. Эксперты рассказывают, что цены поднимут не все владельцы. Каждый может пойти по одному из двух путей. Это повышать цены, но сохранить качество продуктов, либо ухудшать качество готового продукта, но заморозить стоимость. Однако в любом случае повышения не избежать, хоть это и будет незначительная сумма в 50-70 рублей. Речь, наверное, касается подорожания не только шаурмы, а вообще полагает рынок общественного питания, что рост цен на конечное блюдо, он однозначно будет. Но прошедший год вот он прям ударил убойно по всем трем основным местам. Первое – это дефицит мяса курицы и гиперинфляция на мясо курицы, которая была в прошлом году. К концу года она стабилизировалась. Второй сильный удар – это аномальный рост цен на овощи в Сибирском федеральном округе. Ну и третья причина, которая на самом деле является не менее существенной – это, конечно же, дефицит кадров. Казалось бы, почему многие обсуждают новости о повышении цен на шаурму? Ведь дорожает не только она, но и другие продукты. Дело в том, что это вкусный и один из доступных перекусов. Студентам не нужно тратить большие деньги, а офисным работникам свое время. Поэтому такой ажиотаж вполне нормальный. Несмотря на то, что новость о повышении цен на шаурму разлетелась по всей России, многие сотрудники красноярских шаурмичных до сих пор не знают, будет ли это повышение или нет. Но одно можно сказать точно, что цена на шаурму с каждым годом все выше. И можно не заметить, как уже из бюджетной шаурмы она превратится в премиум-класс. Надежда Шепенева, Вячеслав Кебиков, новости ТВК. Сейчас мы прервемся на короткий анонс и рекламу. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, ТВК – это не только ТВ. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-0065, и мы продолжаем выпуск.
37-летний женатый строитель. Это портрет среднестатистического красноярца. Так мужчины из нашего края увидели аналитики Красноярскстата. Специалисты подготовили информацию специально ко Дню защитника Отечества. Итак, как правило, среднестатистический житель Красноярского края живет в городе, состоит в браке и работает по найму. У него обычно среднепрофессиональное образование. Чаще всего мужчины в нашем крае трудоустроены в сферах строительства, добычи ископаемых или энергетики. Сегодня журналисты сайта tvknews.ru попросили нейросети нарисовать такого мужчину. Результаты работы искусственного интеллекта вы видите сейчас на своих экранах. День защитника Отечества в этом году выпал на пятницу. Это значит, что россияне будут отдыхать 3 дня подряд – с 23 по 25 февраля. На длинных выходных красноярцы смогут развлечься на огненном шоу, соревнованиях по дрифту и выступлениях комиков. Афишу подготовила Александра Козлова, она сейчас в студии. Саша, где и когда пройдут мероприятия и есть ли в твоем списке еще какие-то идеи для досуга? Лиза, да, для красноярцев подготовили немало событий. Например, необычное соревнование пройдет на катке гимназии «Универс». Там фанаты Гарри Поттера сыграют в квиддич, волшебный вид спорта из книг Джоан Роулинг, только по-сибирски на коньках. Метлы и волшебные мячи при этом тоже будут. На турнир зарегистрироваться уже нельзя, однако посмотреть и поболеть за участников можно. Юные волшебники будут соревноваться в ловкости и выносливости. Там есть охотники, это те, которые закидывают мячи в ворота. Есть загонщики, которые останавливают игроков-охотников, то есть они кидают в них мяч, чтобы они остановились на 10 секунд. Есть мяченосец, который этот снич ловит и получает за это дополнительные очки. И это как спортивная игра именно, и она проводится по олимпийской системе. То есть команды, которые заранее подали заявку, создается турнирная таблица, и на основе этой турнирной таблицы проводятся игры. Одна игра идет 10 минут, 5 минут идет игра одни с одной стороны поля, потом они меняются. И побеждает тот игрок, который одолел все команды в турнирной таблице. Игра пройдет завтра, 23 февраля в 10 утра на Корнеева 50. К слову, это не единственное событие на льду. На катке возле БКЗ организаторы подготовили, пожалуй, самую насыщенную программу. Красноярцы увидят огненное шоу, смогут пройти мастер-класс по живописи и сделать кадры на фотозонах с военной тематикой. Отмечу, каток на стрелке будет работать бесплатно для мальчиков и мужчин всех возрастов. К слову, недалеко от БКЗ на острове Татышев пройдет футбольный турнир. Вот только это не тот футбол, к которому мы все привыкли. Скорее всего, это сибирский. Разновидность. Вместо травы на поле снег, а бутсы заменят валенки. Таким необычным спортивным соревнованием отметить День защитника Отечества решили родители воспитанников клуба «Юниор». Мы поиграем в футбол, соответственно, родители поиграют в футбол, покажут детям мастер-класс, как это можно делать. Ну и, конечно, в такую прекрасную погоду сейчас это будет сделать очень круто и очень здорово. Вас ждет очень много развлечений, очень много крутых локаций, площадок, панов, футбол, большой огромный дартс, который также будет прилепляться мячи. Ну и, конечно же, развлекательная программа вместе с детьми, где они могут повзаимодействовать, поиграть на каких-то локациях, в какие-то игры. Для любителей автомобилей и дрифта пройдет в селе Шалинское гоночные соревнования в полдень на озере ЖКХ Манского района. Организаторы отмечают соревнования юбилейные. В 20-й раз участники разных классов автомобилей сразятся за звание лучшего водителя гоночных машин. Manor Snow Racing. Вот такие соревнования, они будут проходить по глади озера на льду. В 12 классах, различных классах автомобилей будут участвовать. Это заднеприводные автомобили, переднеприводные автомобили, полный привод, джипы, УАЗы. И есть такая номинация, как супершип. Это автомобили с подготовленными шинами, скрученными саморезами. Над озером будут у вас курсировать парапланы, которые будут снимать все происходящее с высоты птичьего полета. Кроме спортивных соревнований, хорошее настроение красноярцам будут дарить стендап-комики. В 6 и 8 часов вечера 23 февраля в Юшинбро и в 7 вечера в Доме кино юмористы из разных городов Сибири выступят со стендапом для мужчин. Организаторы обещают шутить про сильный пол, но и женщинам вход разрешен. Цена билета от 500 рублей. Лиза, на этом у меня все. Спасибо, это была Александра Козлова с афишей на длинные выходные. Если вы хотите еще раз посмотреть этот материал или поделиться им в соцсетях, заходите к нам в Телеграм или в группу во ВКонтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем YouTube-канале ТВК Нью.
В красноярской многоэтажке стена ушла под лестницу. Местные жители боятся обрушения и бьют тревогу. Выслушаем красноярцев прямо сейчас в рубрике «Говори на ТВК». Здравствуйте, я Анастасия Харужа, это рубрика «Говори на ТВК». Здесь мы даем высказаться телезрителям. Вместе разбираемся в городских проблемах, ищем ответы и ответственных. У вас тоже накипело? Тогда записывайте видео и присылайте нам в любых социальных сетях. Но мы сделаем так, чтобы вас услышали. Это за 2 недели у нас такая история. Просто стена уходит под лестницу. Это выглядит действительно страшно. На улице Учумской между лестницей и стеной образовалась огромная щель. Местные бьют тревогу, говорят, до обрушения дома недалеко, а в управляющей компании на помощь не спешат. Я считаю, что это аварийная ситуация. Управляющая компания, наверное, сама не очень согласна, потому что что-то они к нам не торопятся. Что будет дальше, мы не знаем. Это видео мы опубликовали в социальных сетях ТВК. После этого в ситуацию вмешался стройнадзор. Там рассказали, что этот дом признали аварийным еще 19 января. Многоквартирный дом в январе 2024 года признан аварийным и подлежащим сносу. Он находится на непосредственном управлении. В связи с чем службой обслуживающей организации УК «Гвардейский парк» принято решение объявить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Вместе с тем департаментом городского хозяйства администрации города Красноярска в настоящее время проводится выездное обследование для решения вопроса о признании в МКД чрезвычайной ситуации и проведения работ по ее устранению. Местная жительница рассказала нам, что пока на месте ничего не изменилось. Участок лишь обтянули сигнальной лентой. Однако люди надеются, что меры все-таки скоро примут. Кто-нибудь может объяснить, это что за армагеддон такой? Деревья вдоль дороги срезали и оставили вершки рядом с корешками. А наша телезрительница мимо пройти не смогла. Красноярка интересуется, это законно? Это вообще с чего позволение, разрешение, я не знаю, просьбы. Вот это вот случилось, вот этот вот кошмар. В департаменте горхозяйства нам объяснили, ветки на этом участке срезали энергетики. Рядом находятся провода и нужно было обеспечить санитарную зону. В компании Россети нам пообещали, ветки уберут, когда закончатся морозы. Боже ты мой свет, как же мы живем, как же это раньше все чистилось до асфальта, а сейчас вот так. Такое эмоциональное видео записала пенсионерка с улицы Алеши Тимошенкова. Эта ледяная дорога ведет в поликлинику, но как пройти там без травм, неясно. Иду в поликлинику. Не знаю, как это будет видно. Господи, потому что солнышко. Не знаю, как идти, куда наступить. Конкретно за участок на улице Алеши Тимошенкова отвечает управляющая компания, поэтому с претензиями нужно обращаться туда. А если вы сталкиваетесь с ледовыми препятствиями на улицах города, направляйте жалобы напрямую в управление дорог. Номер вы сейчас видите на экране. И по традиции, добрые новости с городских улиц. Наша телезрительница встретила уточку на судостроительной. Женщина переживала, что у птицы сломано крыло. Но нет, вскоре утка благополучно улетела сама. Ты откуда здесь? Ты откуда здесь, подружка? Потерялась. Ты моя золотая, ты откуда здесь взялась-то? У подъезда. Такой получилась подборка на этой неделе, а мы ждем вашей истории. Не оставайтесь равнодушными городским проблемам, но не забывайте делиться и добрыми житейскими историями. Мы выслушаем каждого, говоря о важном на ТВК. До встречи! Красноярцев зовут на бесплатные консультации психолога. Как записаться на встречу? Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Жители Красноярского края более 5500 раз приглашали работать за границу. Это на 38% больше, чем в 2022-м. Статистикой поделились эксперты ХХРУ. Так, чаще всего предложения о сотрудничестве поступали из Казахстана. Это почти 31% от всего количества заявок. Около 19% из Беларуси, 14% из Грузии и 8% из Узбекистана. Резюме жителей края также заинтересовало работодателей из Турции, США, Арабских Эмиратов, Китая, а также Сербии. Самыми востребованными за границей профессионалами
профессионалами стали менеджеры по продажам, программисты, операторы колл-центров, художники и тестировщики. Женский патруль ГАИ Красноярска поздравил водителей мужчин с Днем защитника Отечества. Госавтоинспекторы останавливали проезжающих автомобилистов, чтобы вручить им ароматизаторы для машин, сертификаты автошкол и памятки от ГИБДД и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, а также пожелать водителям безопасной дороги и счастливого пути. Автомобилисты с благодарностью принимали подарки, а взамен обещали быть предельно внимательными и вежливыми на дорогах. В Красноярске можно будет бесплатно сходить к психологу. Проект запускает Красноярский молодежный центр «Вектор». На встречах участники сами могут задать тему обсуждения и получить консультацию квалифицированного специалиста. На встречах будет два направления работы – группа поддержки для молодых мам в возрасте от 18 до 35 лет и общая для горожан от 21 до 35. В каждой одновременно будет не более 10 человек. Занятия планируют запустить в марте. Набор в группу уже открыт, записаться можно по QR-коду, который вы сейчас видите на экране, а уточнить подробности по телефону 235 53 43. Вместе с Натальей Балабиной разберемся, кто должен менять стояки в многоквартирном доме и что делать, если запахи из вытяжки соседей поступают в вашу квартиру. Более 200 текстильных открыток собрала новая героиня хоббиков Елена Шалашова. Покажем после рекламы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-0065. И мы продолжаем выпуск. Далее в эфире еженедельная рубрика «Вопросы ЖКХ». Вместе с экспертом Натальей Балабиной разбираемся, кто должен менять стояки в многоквартирном доме и что делать, если запахи из вытяжки соседей поступают в вашу квартиру. Соседи сделали дополнительное отверстие в вентиляционной шахте и подключили туда кухонную вытяжку. Все запахи из их квартиры поступают в мою. Считается ли данное подключение законным? Данное подключение считается незаконным. Это называется принудительная вентиляция. Если вы это обнаружили, немедленно необходимо обратиться в свое ТСЖ или в свою управляющую компанию, написать заявление. Управляющая компания обязана все это проверить, заактировать, соответственно, сделать предписание вашему соседу с той квартиры, откуда у вас это запахи все поступают. Если нет, то тогда их привлекают на комиссию и обязывают это сделать. Данное подключение незаконно. Кто должен менять стояки в многоквартирном доме? Ну, давайте разберемся, о каких стояках идет речь. У нас в многоквартирном доме есть стояки холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и канализационные стояки. Значит, все стояки в многоквартирном доме относятся к общему имуществу данного многоквартирного дома. Соответственно, за их содержание в надлежащем состоянии, чтобы они были целые, не было свещей, не было там каких-то разрывов, отвечает управляющая компания до первого запирающего устройства на батарее. Я имею в виду стояки отопления. То есть полностью несет ответственность управляющая компания. Если у вас произошло что-то со стояком, необходимо обратиться туда, написать заявление. Соответственно, вам обязаны их поменять. Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы вы можете задавать по номеру 200-0065. Также пишите в Viber и WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Ну а сегодня героиней рубрики Натальи Кечиной стала Елена Шалашова, мастер по изготовлению текстильных открыток, в коллекции которой уже собралось более 200 открыток из разных стран, большая часть из которых с изображением швейных машинок. Это из шерсти валеная открыточка. Это из мультика. То есть это ниточки, которые для вязания используются. Да. Здесь идет уже объем. Но в открытке есть правило. Она не должна быть толще 5 миллиметров. Бородатый домовенок и пионы в технике валяния. Это только на первый взгляд обычные открытки, сделаны вручную. И их у Елены Шалашовой скопилось более чем. По большому счету, все началось в глубоком детстве, когда будущая мастерица села за машинку и сразу влюбилась в волшебно умиротворяющее ее стрекотание. Была швейная подольская машинка у бабушки, я шила.
и шила себе на выпускной в 11 классе платье. Тоже был какой-то маленький кружок, но не скажу, что я туда прям часто ходила, но помогли вот раскроить, шить платье. А первую хорошую машинку, бытовую, швейную, современную, купила, когда пошла в первый декрет. И стала уже больше времени шить. 12 лет назад, будучи первый раз в декрете, Елена Борисовна обнаружила в интернете это чудо – текстильные открытки. Невероятно вдохновилась и стала пробовать создавать что-то подобное сама. Денег на то, чтобы пройти какие-то спецкурсы, у нее не было. И тогда молодая мама, чтобы обмениваться опытом, создала группу в соцсетях – салон текстильных открыток. И к ней сразу же подтянулись рукодельницы всея Руси. Вообще открытками меняются на разных площадках. И даже два лоскутка, если соединить, это тоже будет текстильная открытка. Но именно в нашем сообществе поддерживается сюжетная линия и художественная составляющая в этих открытках. То есть мы наполняем свои работы, можно сказать, чувствами и смыслом. Все открытки в коллекции сделаны не самой Еленой, а участницами группы. Обмен по принципу посткроссинга – ты мне, я тебе. Только открытки тут необычные, а текстильные, сделанные рукодельницами, собственноручно. Каждая уважающая себя мастерица всегда делает из ткани еще и марку, а также имеет собственную печать подобие экслибриса. География представлена весьма широко – Америка, Италия и даже далекое королевство Бихрейн. Причем мастерицы щедро обмениваются не только открытками, но и подсобными материалами. Но иначе не напасешься же этих лоскутков. Когда мы отправляем открыточку, мы вкладываем 3-4 лоскуточка. Слушай, и мы делимся друг с другом. Текстильные открытки делаются по определенным стандартам. Размер строго 10×15, толщина не больше 5 мм. Для основы наши принципиально используют не картон, а так называемый дублерин. Единственное, в чем нет ограничений, так это в фантазии и материалах. Помимо лоскутков, это и пуговицы, стразики, шнурки, да что угодно. Стразы, детали от телефона, кнопки. Точно, смотри. Слушай, ну больно в изумке. Еще и проводочек такой. Сначала рукодельницы всех стран отправляли друг другу открытки, кто во что гораст. Потом стали замечать пристрастия друг друга. Кто-то любит с котиками, кто с цветочками. Составили карты желаний, какие картинки хотят предпочтительнее. У Лены Шалашовой карта желаний самая, может быть, оригинальная – изображение швейных машинок. Выпуклая открыточка получается, микростежка, простеганная, мягкая, из ткани. Каких только открыток с машинками теперь нет, и с котиками, и зайчиками, и с ежиком. Постепенно Елене стали дарить и сувенирные швейные машинки, даже маленький наперсточек есть. Ну и да, чтобы понимать масштаб катастрофы, то есть любви. В хозяйстве Елены Шалашовой ведь есть еще и 13 настоящих швейных машинок для разных техник. И, видимо, это не предел. Недавно дочке купила 14. Родные Елены Борисовны к ее увлечению уже относятся смиренно, потому что знают, если маме и жене просто дать пошить, то уже никто не пострадает. Наталья Кичина, Анастасия Масленникова, новости ТВК. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-0065. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, ТВК – это не только ТВ.